Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Окей, ладно. Поехали. Ну, не знаю. Ну, не знаю, ребят. Попробуем. На самом деле, спилы тоже можно было забрать на 12 пулов, чтобы ваши... Ну, ради свитка. Тоже, возможно, было оки-доки. Так, ладно, 20 карт уничтожить, ребят, ради крау-защитника. Крау-защитник, который камни бафает на 1-1. Бэм ключом и хрипом. Мы, считайте, ребят, взяли персонажа, как его зовут, Тарима, только... Вроде как квест попроще должен быть. Не 65 голды. Мне нравится больше. Чел твой брат летел в прошлой игре. Так я говорю, я мог проиграть, только если там реально змея первая раскрывается. Если там крыса первая срабатывает, или механокон первый срабатывает, то я там всегда почти выигрывал. Я единственное, как мог проиграть, это реально, если только прям змея бы жестко заруинила, чтобы первая сработала, и потом рыбу отснайпили, и с нее тоже какое-то говно бы упало. Только так. Опа! Опа, ребят, Эрду проводит рейд. Holy moly. Эрду, hello, dude. Thank you for so much for the raid. Лузами, ты разбиваешь нам сердце, сать. Не, специально проиграл. Hello, guys. Welcome, welcome, welcome. А куда вы-то ПП пишете, а? Так бы ребята англоязычные не зашли бы, они бы не написали 350 ББ. Вон, себя хорошо видите, лучше поздоровайтесь. Так, окей, что забираем? 1, 2, 3. Призрак. Призрак, если получится, только... Как будто надо брать... Может, свиток даже. Один, думаете? Ну что, за это 2 АЦ. У нас уже защитник идет. Призрак копирует. Ну блин, мне кажется, кластеребов немножко. Ну окей, можем пробовать. Можем попробовать, это нормально. Нужно именно существ покупать. Полный говно горал сделаем тогда. Не знаю, вот это дело, наверное, не хочу лачить. А, привет, я подписан на Эрду. А, но специально для вас выучил русский. Можете показать ваш попа. Да? Ну, палитесь, ребят, палитесь. Так бы не написали. Hi, I'm Erden Erdo. For now. I'm sure Erdo will take a huge win streak. Клан ставит следующий трек. Окей, покупать карты. Пам-пам-пам-пам-пам. Точно берем. Засыпай. Очень надо именно выиграть файты. За счет уничтожения существ. То что может быть даже не левелапать реально. Ну, кстати, не так плохо. Ну, это было очень плохо.
The fuck? Мне призрак выполнит, если 3 карты куплю. Сотен того. Как будто не особо. You have less... Not competitor, new player. Написал человек с ником Славик. Да, Славик, I'm new here. Двойник. Окей, на следующую, не знаю, попробую Ругуга себе достать. Очень надо Ругуга. А то не стоит, но я сделаю. Ну это ради... Кстати, слушай, я и то, и другое, да, получаю. Ради триплетов, триплета Стоун. Come on, bro, I read that you saw that you showed your ass where. No way, ребята, no way. О, 4-5, подождите-ка. Что если я просто 5 пахну? Я могу 4 бахнуть, а потом 3P собрать. Что вообще мне надо? Кто мне нужен? В чем идея? Какие-то бонка, не бонка, да, было бы с Розаровым. Бонго! Не знаю, Тартланка, наверное, все остальное useless. Ритер-баскастерлёры, наша комбинация. Ну, все еще пытаемся вот что-то за этого, либо 3P собрать, либо вот этого чувака найти. Если он 3P соберется, можно пробовать его сделать в 6, оттуда чарлыга и с этим покрутиться. Релака, релака нет, потому что зверей, ребят, нет. То 4, если я собирал, то я собирал, по идее, ради... Мы так даже сделаем. Собирал ради только Ругуга. Но... Ну, хотя бы ничья. Так, ребят, что думаете? Ну, как бы не черлыка, понятное дело. Было близко, но было близко, ребят, было близко. Боксер, я же вряд ли буду в это все играть. Хотите камни бафать присосками и потом их присасываться куда-то еще? Ну-ка, пробуем, окей.
World of Warcraft — это говно, как будто реально, если что, брать за этого только боксера. Только нам было присаться сюда, было бы лучше. Вакабот есть. Поставил, продал тот воин, забрал вакабота. Вообще-то камень не дает. То есть минус ты поставил. С другой стороны, можно спел найти на шаффл. Единственная генерация камней. Ну, что-то подобное. В идеале, конечно, битбоксер получить. Я варенеу стрямер. Авианичи стрям. Триум дред бач форил. О, Славик, thank you for 300 бакс, который не 300 бакс, но thank you, anyways. Получил вакабота. Славик, it's your fault. Так, сейчас дальше ставлю трек. Ух, кстати, хороший трек. Пока рано, да? Дороговато, честно. Мошенник, ты снова скипнул мой трек. Да вот быть не может. Второй за это парасат. Да не скипал, я по-любому не скипал. Более того, я думаю, что это ты скипнул мой трек. Ну, сейчас посмотрю, подожди-ка. Ну, в этот раз мы получим же нашего битбоксера. А, все, вижу. Ну, я поставлю, окей, да, поставлю. Что пускай, все равно поставлю. Можно ли чекнуть, сколько у тебя сабов сейчас? Ну, сабов не так много, люди в основном меня поддерживают именно... Вот, донаты сейчас кидают. А, сабки просто мне именно не дают, потому что я... Ну, короче, я за сабки не могу выводить ничего. До сабки именно от Твича ничего не получаю. Сонг. Space Song. Beach House. Лу 100. Ну, мне, конечно, меха на конь просто выносит, да? Даже зафидить можешь. Не ты. Гости вакабот соберем, походу реально соберем. Да не хочу я вакабота получать. Карпанца. Ма-м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 а
Да, даже заберем то другое. Ту-т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 у. Хрен теперь, скорее всего, получим что-либо. Давай что-то подобное. Все равно нет ребабла. Окей, вот так посидим. Фришиток, дай скорее вот это фрижу. То есть я на следующий продам циклон, заберу свинообраза, поставлю его, продам, все камни закину боебота и в его там сюда закинем. И не знаю, нужно будет все равно находить ребаб, нужны машинки, нужно еще куча всего. Даже не пытаешься свинку последний ли, да уже, наверное, нет. В идеале, чтобы у меня... А уж и пофиг, да? Не хватает. Сколько получаем в итоге? Ну ладно, пусть бы так. Не забафанная присоска, пусть будет. Рандону баном 5 штук не купили, не помню, нет, не купили. Так, ладно, отдал камень. Элементали много, элементали сильно. Так, нам бы что, получается, найти... Его триплет оттуда. Оттуда врагореза, его врагореза в эту штуку закинуть. Или еще одно битбоксера, правильно? Делать за малым. Не знаю, три баба, эта штука присоска в руку дает. Но мне присоска в руку как будто немного тоже дает. Ну, то есть, немного делать реально. Симулятор. Вообще, если был бы шафл Джандис, то это было бы неплохо. Ну не знаю, стоит его сейчас брать, надеяться на шаппл Джанис, наверное, нет, не стоит. Хорошая карта под ребабл его. Очень хорошая карта. Вопрос только, ну как? Ребята, но как? Камень 6-6, камней вообще маловато. Засыпай. Вот именно количество камней фиг знает, где найти. Непонятно. Ой, стой. Начал вот этот где трек. Кажется, титика. Ну да, сейчас пока не везет. Мы там то батат летаем, то еще что-нибудь случается. То нам змея заруинит. Угадай, что сейчас призрак скопирует. Но не коня же один-один. Скорее всего, скопирует мне сейчас заклятие шипов. Отдаст. Пять банов есть. Ну, сейчас еще позже, значит, разграем. Драться не надо. Драться не надо, не надо драться. Интуристы, которые пришли от роду, Уэльчом Йопт, трек для вас. Welcome, Йопт. Ну так приветствует. Дина. Вообще, набрас такой есть, который довольно хорош, по идее. Ну, не может быть хорош.
За триплет, ну отлично. Дал мне как раз на битбоксера, которого я хотел. У него куча ребавлов было. О, он очень противный. Он очень противный, чел. Чел, ты... Па-па-па-пам. А-па-па-пам. Машинки есть, какой-то републием. Проблема, да, что у него два капота. Возможно, надо подловить через проходчика даже. Должен брать. Я должен брать и машинки, я должен брать приливку, это понятное дело. Это вот сюда происходит. Парарарам, а парарам. Разолочь его. Сколько цветов? Довольно много, да, по идее. А парарам. Варс, мы сильнее. Площадь Эксагру, да почему на Эксагру-то? Там чел с водичей рукой, мы не должны такому проигрывать. Единственное, сила, что у него два вакабота. У нас один вакабот, у него два. То есть в этом его сила, но мы по стам больше, мы классные. Не надо 8-1, но только не снова. Это четко, но только реборн получила без чего-то лишнего. Без мусора. Сколько камень дает? Сейчас камень дает 8-8. И за счет этого камня 8-8 мы хотим как раз, ну то есть это... Два камня дает переливка. Один, фига себе, выжил. Мне бота. Шуга левел тогда? Наглая. Опа! Опа! Ну, в смысле, да. Ситуация опа. Ну, хорошо. Ну, хорошо, ну, хорошо. Что, продать защитника, забрать бандита, чтобы камень превратить, ну, как бы, в... Опасно, ребят, опасно. Петр, пока сейчас летишь, посмотрим, может быть. Есть 5-5, нет, кого продаем защитника. Эта штука только дает камень, ну, камням 1-1. То есть это сильнее, потому что дает 2 камня. Это дает сейчас камень на стол. Конца хода, зачем нам конец хода? Чтобы что? Что в конце хода делать? Два раза ничего. Сейчас по трекам дальше ставлю. Ты же понимаешь, что это 5, почему-то 5. Коня продава, нет, это хорошая карта. Можно его дальше поставить, но карта хороша. Ладно, йола, поехали. Чат, закройте за мной дверь, я ухожу. А ты можешь каждый раз так становиться именно...
Именно Реборн без стенки. Подождите, я не хочу триплет королевы. Да, это было нехорошо, ребят. Ладно, есть, зато превратили камень в три камня. Уже что-то, уже, let's go. Травокобот, было бы неплохо, да, тоже его забрать. А, жалко, в него нельзя сделать. Не золотое, ребят, существо. Хрень же золото. Ой-ой-ой-ой-ой, чат, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще одного такого дурачка. Обилку поменять. Злоумышленника на что-то. Вообще черлыга есть. То есть продал 6-4, продал 3-3, нафиг. Поставил вакабота, дал присоску в него и поставил черлыгу на закрывашку. Я не знаю, какую-то обилку еще забрал. Но если это деньги хватает. Сила бури и оттуда, не знаю, там молния по нему. Молния! Ритуал перерождения, неплохо. Так, у него стенка была набафанная, и она все еще будет самой набафанная. Куда мне поставить, ребят, королеву богомолов, чтобы она работала? Она свой реборн может получить на самом-то деле, но, наверное... А куда еще обилку давать? Либо сюда получается. Ребят, сюда или сюда? Он может свой реборн получить. В коня, вы думаете, он получит свой? Королева, конь. Давайте коня пробуем, хорошо. Хорошо, ребят, хорошо. Я поставлю все равно его раньше. Пока пробуем. Ну, неплохо, окей. Сейчас, пока умом, кстати говоря, пока молодцы. Ну, факнули. Мы его, ребят, нереально жестко факнули. Опасно это всем. На. Лема, ну про него, короче, это могло иметь смысл. Это хорошо тоже про него. Окей, сейчас что делаем? Что делаем? Почему не пошел свинок? В смысле, когда не пошел свинок? Сейчас пошел? Почему не пошел перебаться отсюда? С этого стал свинок? Давай погромче. Ну, сейчас давай сделаю чуть погромче. Дароу, Арслан. Здорово. До скольки сегодня стрим? Ну, не знаю, поиграем там, может, до 12, может, даже еще поиграем.
Но сегодня full heads идет. Короче, я могу что сделать? Я могу забрать, наверное. И плевать на эффекты конца хода. Не, это понятно, это можно продать без проблем. Тут больше вопрос по вот этой штуке. Хочу ли я забрать эффекты конца хода с продажи его? Вообще, наверное, камни лучше бы оставить, потому что у меня битбоксер. Да, потому что здесь все равно не затащит никак. В смысле, ничего не поменяет. Бада-бум. Бада-бум, ребят. Так, именно против демонов 3 мне, я прям обязан. Кстати, го посмотрим, что там у него. Фу. О, золотой. О, золотой. Ух. Цинка переслот, вот эта штука на переслот сюда идет. Потому что там может быть сектантки плюс вот это все, да? Плюс это все дело. Насчет ВКРЕЗа, блин, не знаю. Ладно, это все происходит, допустим. Ну, коралл, наверное. Текучесть, чтобы что? Чтобы ничего, да? Окей, ладно, гроу. Раскопка. Тоже да ничего. Активация, активация, ничего. Я даже не знаю, буду ставить второго битбоксера? Наверное, нет, не буду. Как будто пусть он стоит, как еще тип существ под королев двух. Я бы еще себе такое забрал, либо такое забрал. Матадор есть. Матадор неплох, но стоит ли он того, чтобы сейчас продавать чарлыгу ради него? Как будто ответ, что нет. Я бы забрал его в руку. Не ставлю. Чё ты нафиг уже? Она как тип существ идет. Под королев, чтобы они реборны все получали. А реборны супер важные, плюс у неё, кстати, первые тычки дойдут. Чё ты сильно? Она довольно сильно. Она дает 8-8 по всему столу, что ну как бы неплохо. Это какой-то единственный наш скейлинг. Странная расстановка немножко. А, он хочет, чтобы клиф еще раз ударил, понял. Ну, ужасно, стенки, ну, нельзя было. Я не могу теперь с ним справиться. Направо. Туда же все равно не хватит. Все, окей, ГГ. GG, ребята, GG. Ничего не сделать. Вот слишком много сотов для нас. Здесь считается. Свинья считается, но она же идет как лем. Там двойной тип существ, значит, шипа ведьмы. То есть у нас и смех, у нас и селем, у нас и свинья получается. Три типа существ. Ну, Матадор бы сейчас немного помогал. Тут реально тяжело противнице что-то сделать. Но чтобы королевы не лутали две стенки прям обязательно. И надо было королев двоих прям поставить еще дальше. Прям в самый конец, если бы прям две поставил, и они бы стенки не лутали, тогда было бы все оки-доки. Либо были бы стенки, но не, но и были бы реборные. Тогда бы процесс был бы неправильным, если этот двоец в конец ставил. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!